братья, сестры, избранные уже рядом. Вы должны найти его и привести ко мне. Он уже на острове. Ищите. Появился совсем недавно. Его должно тянуть к воде. Такую вы найдете. Наконец-то он явился, священный носитель величия. Здесь аура открыла нам глаза. Первый, второй, третий. Ты видишь многое, но не замечаешь великолепного панциря белой девы, которая спит здесь. Этот смысл не имеет смысла. Откройся истине. Пробудись, священный червь. Свей гнездо в его черепе. Услышь мои молитвы и даруй мне свою. Избранный, мы так долго тебя ждали. Ты один из провидцев. Небеса посылают тебе видение. Тебе суждено спасти нас или обречь на погибель. Скажи мне, как давно ты в этом городе? Около месяца. Твои видения, наверное, сейчас невыносимы, да? Я сказала братьям и сестрам искать тебя, как только получила первое видение. Прости, что времени потребовалось так много. Но не волнуйся. Сейчас ты среди друзей. Мы поможем тебе. Поможем обрести свое предназначение. Эти невероятные видения скоро прекратятся. И ты перестанешь страдать. Я должна подготовить тебя к единению с вечным Богом. Звучит страшно, я знаю, но не волнуйся, я не желаю тебе зла. Ты выглядишь абсолютно так, как в моих видениях. Обычно они более туманны. Видимо, времени совсем не осталось. Я подготовлю тебя. Сначала мы должны очистить твою плоть. Убрать с нее этот запах сухопутного. Потом я смажу тебя благовониями. И украшу.
для встречи с вечным. Для начала я возьму пепел самой большой глубины. Опасность таится под городом. Ты ключ ко всему. Ты знаешь? Здесь ты найдешь ответы на все свои вопросы. Ответы на каждом шагу. И все в твоих руках. Ты готов? Теперь дыши вместе со мной. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Теперь я подготовлю тебя благовонием. Закрой глаза. И думай о всех видениях, которые ты видел. Здесь тебе может прийти озарение. Опасность таится под городом.
Теперь ты готов. Ты станешь одним из разумов, связанных с древним Богом. Вернешься домой. Ваше единение перезапустит цикл, и мир будет в безопасности, по крайней мере, на ближайшие лет 300. Спящая дочь будет спать дальше. Ты готов? Вы никогда не бываете готовы. Но это твое предназначение. Это цель всей твоей жизни. В глубине души ты это знаешь. Ты это знаешь. Избранный никогда не бывает случайным человеком. Внутри вас всегда есть необходимое качество, которое позволит спасти этот мир. Как только ты окажешься там, ты поймешь, что это на самом деле и есть твой дом. Так всегда бывает. Вас избранных тянет к этому месту. Вдали от него вы видите эти жуткие видения. Сходите с ума. Ты же чувствуешь, уже здесь тебе стало легче. Чувствуешь? Да. Единение с древним сделает и тебя самого бессмертным. Будешь жить вечно, пусть и в другом облике. Да, неплохая награда за спасение мира. Церемониальная часть закончена. Теперь ты готов слиться с Ихором.